Да я в ужасе просто. Вы знаете, такое количество раз нам что-то обещали с деньгами улучшить. Я помню, как все потеряли мои бабушки с дедушкой, как жили родители, как мы все уже проходили эти стадии улучшений. Я считаю, что вопрос... Во-первых, я думаю, что договорятся с Визой и Мастеркардом прекрасно, потому что все это из области фантастики, и тоже симулякров и дымовой завесы. А во-вторых, ну, друзья мои, вы сначала сделаете альтернативное что-то, а потом отменяете. То есть, чтобы это просто происходило, чтобы мы из одной лодки пересаживались все-таки в другую, а не выпрыгивали в холодную воду с льдинами. Вот и все.